«Утро страны» на телерадиоканале «Страна FM». А будет, как всегда, ярко, зажигательно и весело. Это «Утро» на телерадиоканале «Страна FM». Влад Кутузов, Валерий Майорова и обещанные две Маши! Доброе утро, друзья! Здрасте, доброе утро, спасибо, что пришли и пришли вовремя, это классно. Слушайте, спасибо, что позвали. Вы потрясающе выглядите для понедельничного утра, потому что многие люди говорят, что понедельник утро, как тяжело вставать. У нас были приличные выходные просто, поэтому мы так шикарно выглядим. Приличные, в смысле, без туз? Можно сказать и так, да. Слушайте, ну здорово. Ну давайте начнем разговор, понятно, с чего прозвучала песня. Мы выбираем такой, визитная карточка ваша ведь. Первая песня, которую мы услышали. Но сегодня у нас есть совершенно другой повод, потому что есть абсолютно новая песня, которая называется «Босая». Летняя, чтобы всех взбодрить. Может быть, мы ее презентуем, и лето придет наконец. Да, я тоже хотел, чтобы это случилось, конечно. Уже как-то 5 число, и хочется уже плюс 25 хотя бы. Так, саму песню мы будем слушать в конце часа. Песня у нас будет примерно через полчасика, где-то минут через 40. Во второй половине этого часа мы ее презентуем обязательно. И, а пока будем говорить много о всяком разном, о всяком. Слушайте, давайте по поводу песни. Она войдет в альбом в новый или это просто как-то отдельным синглом она вышла? Да, конечно, она войдет в альбом новый. Собственно, как и предыдущая наша песня «Звезды», эта песня. И еще будут несколько новинок, которые мы презентуем на нашем концерте осенью. Так, альбом осенью? Да, осенью. А он собран уже? Сведен, мастер, все или еще где-то? Конечно, еще будут песни новые. А, еще и песни записаны. А называться-то как будет? «Теперь нас много». О, хорошо. Первый был «Теперь нас двое», а сейчас будет «Теперь нас много». А в связи с чем такие изменения? Что изменилось? Ну, приростом публики. Ну да, мы начали записывать, нас было действительно двое. Ага. А сейчас поклонники у нас, их все больше и больше и больше становится. И действительно уже можно сказать, что их много, и нас вместе с ними много. Значит, начало положено, друзья. У нас две Маши сегодня в студии. Разговор продолжится очень скоро после песни. Софиты глянец, я иностранец для своей собственной души. Люди несутся, но остаются посреди города и лжи. Иди со мной, нам надо быть очень далеко. Я сам не свой, иди со мной. Оставили сети для себя. Не знаешь ли ты, сколько мы все слепо прожили, не любя. Пой со мной, нам надо быть громче всех сейчас. Плачь и пой, иди со мной. Голоса одной драмы, сердца друг у друга украли мы, пропали мы, так долго искали и ждали мы. Теперь вдвоем до самого края мы, готовы ли мы, сможем ли мы понять, что любовь и вечность синонимы.
«Утро страны» на телерадиоканале «Страна FM». Ну, а мы продолжаем свое путешествие по телерадиоволнам. Это телерадиоканал «Страна FM». И здесь у нас две Маши. Маша Доброе Шейк утро. И Доброе Маша утро. Зайцев. Да, все правильно? Мы уточняем, да, точнее. Хотя и так все знают об этом прекрасно. Мы уже шутим с девчонками, говорим, что у нас как у себя дома, потому что очень часто бывает у нас на телерадиоканале, и каждый раз приносит какую-то новую свою информацию. Вот на этот раз хочется допытаться. Новая песня, как она родилась, кто вдохновил, кто писал стихи, кто писал музыку? Конечно же, Машенька писала стихи. А Маша писала музыку. И как раз, когда ехали на эфир, мне кажется, у меня первый раз такое. Я говорю: Маш, ты случайно не помнишь, когда я тебе показала текст и при каких обстоятельствах я его написала? Потому что обычно я помню, но сейчас я пыталась вспомнить и поняла, нет, конечно, это было написано сейчас в Москве, в нашем холоде. Наверное, я просто так сильно хотела лето, собственно, поэтому размечталась, представила, как тепло и классно бегать босиком. И, собственно, вот так она и родилась. Слушайте, я хочу уточнить всем тем, кто нас не смотрит, а слушает сейчас. Значит, Маша Зайцева сказала, что Маша Шейк написала стихи, да. А Маша Шейк сказала, что Маша Зайцева написала, соответственно, музыку этой песни. Просто было понятно. Слушайте, вы ощущаете, что количество ваших поклонников растет, мне кажется, в геометрической прогрессии? Ощущаем. Я вчера буквально посмотрел видосики в 16 тоннах, да, был концерт. Да, 16 тонн. И там прям весь зал вообще пел наизусть песни. Слушайте, это прямо... Это невероятное ощущение на самом деле, потому что поют песни, которые уже выходили на тот момент, и пели песню, которая еще не вышла. То есть мы буквально выпустили кусочек минутный в Инстаграме песни. За несколько дней. Там, за несколько дней, и люди просто хором уже поют. Но вот я считаю, что Маша пишет абсолютно волшебные тексты, которые как-то вот так вот ложатся на ухо. Вот, например, мне всю жизнь было проще петь на английском языке. То есть я выросла на джазе, совершенно не на русскоязычной музыке. Ну, будет тоже мнение, да, что на английском легко петь, потому что русский не очень пригоден. И для меня да, всегда, особенно когда я в конкурсах участвовала, для меня самый большой стресс был, это вот русский материал и выучить текст. То есть я вот, я ничего не боялась так, как забыть текст. Но вот с Машиными песнями, вот у меня впервые в жизни происходит так, что вот как-то вот практически с первого раза я их запоминаю, хотя я не отличаюсь хорошей памятью, к сожалению. Но вот слушай, Маш, так. Ну в данном случае, если ты даже забудешь текст, то это не страшно. Да, люди подпоют, я каждый раз говорю, ну не страшно с такими зрителями, в принципе, забыть текст. Слушайте, ну насколько я знаю, вы очень плотно общаетесь в соцсетях со слушателями и зрителями. Какая обратная связь? Что пишут? Какие-то слова благодарности? Может быть, уже кому-то ваши песни жизнь изменили? Вот именно как раз-таки все, что вы сейчас перечислили, вот присутствует. Да, все пишут. Абсолютно. Mm-hmm. И благодарность, и делятся какими-то жизненными ситуациями. Говорят, как мы помогли, там, та или иная песня. Нам безумно приятно. Мы по возможности всегда всем отвечаем, со всеми общаемся и делаем это с удовольствием. Ой, слушайте, на эту тему есть еще парочку вопросов интересных. Давайте мы разговор продолжим чуть позже. Друзья, напомню, что у нас в гостях прекрасный две Маш сегодня. Спасибо. С премьерой новой песни «Босая», она прозвучит совсем скоро. Ну, а прямо сейчас «Танцы минус». И мы к вам обязательно вернемся. Пожалуйста, дождитесь. 10 капель дождя у тебя на плече. Ты забыла свой зонт, ты спешила ко мне. 10 капель дождя на плече у тебя. 10 капель любви, 10 капель огня.
околдует меня ярким жарким огнем. Стану я до утра, ты прикажешь гори, и я вспыхну любя. В этом пламени ты, в этом пламени я. Твоя ладонь горит в моих руках. Любви пожар в твоих глазах. Твоя ладонь. Утро страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Прекрасная жизнь, прекрасная музыка и прекрасные гости. Две Маши в студии, телерадиоканал «Страна-ФМ». Еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, спасибо, что пришли. Слушайте, давайте продолжим разговор про поклонников и про поклонников. Можно их назвать фанатами? Нет. Но мы так не называем. Мы не называем. Нет. Да, потому что фанатизм — это чуть... Что-то в этом есть сумасшедший какой-то. Да, еще другое. Я вот, например, переживала в своей жизни фанатизм, и это страшно, по какую кажется. Сторону переживала? Слушай, расскажи, что я это было. Я была просто безумной фанаткой Мадонны. Ага. Мне было 10-12 лет, я просто знала про нее все. Собирала... Раньше же не было интернета, то есть это были журналы, я вырезала фотографии, у меня была специальная тетрадочка, которая называлась «Моя Мадонна». В общем, это было очень забавно. Я продумывала так, если она приедет в Москву, как мне попасть на концерт, да? Как мне, да, забраться на сцену. Ну, в общем, просто это... Ну, действительно, прямо такого плана был фанатизм в прямом смысле. Слушай, этого ну слова. А потом ты ходила живьем на ней, нет? Попала на концерт? Да, но я уже, слава богу, успокоилась, да. На сцену не полезла. Но, к сожалению, я не попала на любимую Мадонну, а любимая Мадонна для меня была где-то года до 95-го. Mm-hmm. Вот далее уже не совсем, я скажем так... Не совсем любимая. Да, да. Ну, я уже была на более позднем, скажем так, концерте. Но зато с возрастом к ней пришла мудрость. Это что, тоже хорошо? Не знаю. Она стала фотографироваться в одежде. Не всегда. Значит, она мне нравилась без одежды, получается. Ну, ладно. Слушайте, вот в продолжение по поклонников и поклонниц. Это очень заметно, что вы очень к ним трогательно относитесь и в соцсетях, и при общении на концертах. А бывают какие-то встречи с поклонниками, с поклонницами вне концертов, какие-то там встречи, вот автограф-сессия у нас была. Автограф-сессия, мы встречались с поклонниками, общались, естественно. Но и всегда мы после каждого концерта выходим, общаемся, фотографируемся. И, ну, нужно, но да, такие когда... встречи организовывать. В любом случае, люди не раз уже писали, что давайте это, встретимся, конечно, пообщаемся. Это, конечно, когда формат квартирника, да. Потому что, когда большой концерт, то, естественно, не получается со всеми, к сожалению, сфотографироваться. Вот как у нас, например, в Red, да, было, там огромное количество людей было, большой, в общем, клуб, поэтому, да, это какие-то такие отдельные встречи должны быть. Слушайте, а какой возраст вот у ваших поклонников, обычный средний возраст? 25-35. 25-35. Да. Я просто хотела рассказать, что я приезжаю домой, и моя мама напевает вот эту песню. Мы выбираем, причем он на какой-то крылатый. Вы знаете, это на самом деле такой момент, ну вот примерно такой возраст, как мы предполагали, но недавно мы такое внутреннее исследование провели. Да, аналитику. Да, аналитику. И просто мы были ошеломлены, скажем так, средней цифрой, потому что она колеблется просто там от 17 и 45+, в том числе. Мне кажется, даже нижние меньше, а верхние больше. Да, 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 да. То есть и взрослые люди уже там 45+ слушают. В общем, нам было приятно. Друзья, мы напомним, что две Маши у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пришли. Это еще не все, потому что совсем скоро премьера новой песни. Называется «Босая». Прямо сейчас песня уже хорошо известна. Называется «Стервы», тоже две Маши. Все это на стороне FM, друзья. Будьте здесь. Кто-нибудь меня услышит и поймет. Внутри меня живет любовь. Внутри меня нервы по стенам. И эти все посты твоим стервам. Кто-нибудь меня услышит и поймет. Внутри меня живет любовь. Внутри меня нервы по стенам. И эти все посты твоим стервам. Эти все посты сжигали наши мосты. Огонь нашей любви взял и остыл. А как же там мой тыл, куда-то вдруг уплыл. Я в поиске за счастьем нашим продолжаю бежать. Медленно-медленно падаем вниз мы. Медленно-медленно падаем вниз мы. За руку крепче мою держись ты. Если
если устанем, вдруг не станет нас сейчас тут, 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 тут. Кто-нибудь меня услышит и поймет, внутри меня живет любовь, внутри меня нервы по стенам и эти все посты твоим стервам. Кто-нибудь меня услышит и поймет, внутри меня живет любовь, внутри меня нервы по стенам и эти все посты твоим стервам. Меня услышишь ты, сломались наши мечты, разлетелась по миру карта моей судьбы. Кто-то из нас забыл, забрав ключи, закрыл. Я в поиске за счастьем нашим продолжаю бежать. Медленно-медленно падаем вниз мы, медленно-медленно падаем вниз мы. За руку крепче мою держись ты. Если устанем, вдруг не станет нас сейчас тут. Кто-нибудь меня услышит и поймет, внутри меня живет любовь, внутри меня нервы по стенам и эти все посты твоим стервам. Кто-нибудь меня услышит и поймет, внутри меня живет любовь, внутри меня нервы по стенам и эти все посты твоим стервам. Медленно-медленно падаем вниз мы, медленно-медленно падаем вниз мы. За руку крепче мою держись ты. Если устанем, вдруг не станет нам сейчас. Поймет. Внутри меня живет любовь, внутри меня нервы по стенам, и эти все посты твоим стервам. Кто-нибудь меня услышит и поймет, внутри меня живет любовь, внутри меня нервы по стенам, и эти все посты твоим стервам. Утро страны на телерадиоканале «Страна FM». Итак, утро на телерадиоканале «Страна ФМ». Влад Кутузов, Валерия Майорова и две Маши. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И я, значит, подумала, давайте зрители и слушатели пригласим к беседе. Тоже можно задавать Машам всяческие вопросы, интересующие вас. vk.com/страна FM. Это наша группа ВКонтакте. Там есть специальный пост и WhatsApp и Viber. 8-909-928-189-9. Пишите, все прочитаем. Да, друзья. Слушайте, Маши, скажите, пожалуйста, в чем для вас разница между квартирником и между большим концертом? Ну, большой, я имею в виду большой клуб, да, там несколько тысяч. Как круче? Ой, круче так невозможно сказать. Да, и там круто, энергетика. И там круто. Да. Ну, естественно, большой концерт — это большой концерт. Ты дальше от звучание публики, другое. Ты выше на сцене, издалека видишь людей, а на квартирнике это настолько близость, да, происходит на расстоянии вытянутой руки, сидят уже перед тобой люди, поют вместе с тобой. Собственно, можно петь и без микрофона, потому что всех слышно, это все узкое, да, пространство. Но это совершенно разное. Абсолютно. То есть вот во всем есть своя прелесть, я не могу сказать, что я больше люблю. Вот да. Я думаю, Маша ко мне присоединится. Хочется, чтобы было и это должно все быть, конечно. Да. Ну, большой хорошо, концерт, хорошо, это, знаете, такой и то масштаб, да. Это больше количество музыкантов, это электрический звук. Оно драйв совершенно другой, да? Да, да, совершенно другой драйв, да. А вы же недавно были в Питере, да, да. С квартирником? Да, а да. Вот отличается аудитория, дурацкий вопрос, но мне просто отличается питерская аудитория от московской, допустим? Мне кажется, да. А чем? Вот, знаете, это сложно описать словами, но как-то вот энергетически, да, есть определенные различия. Питере более культурно? Слушайте, я не могу сказать более культурно, менее культурно. Вот просто чуть-чуть другая аудитория, очень приятная. Но она прекрасная в любом случае, да. То есть просто мы в Питер... Питер очень сильно. Да, мы в Питер, в принципе, мы в Питере меньше еще и концертов дали, поэтому у нас, скажем так, мы еще не сплотились, да, до конца. В Москве-то мы намного чаще даем концерты. Я уверена, что чем больше мы будем приезжать в Питер, тем у нас будет с первой песни просто сразу...
включаться. Кстати, у нас же будет два больших концерта, да, в октябре. О, то есть сначала у нас будет в 20 октября в Петербурге в клубе «Зал ожидания», да, и в Москве 22 октября в «Известия», да, вот холл. Да. То есть это два больших концерта. Ну, об этом будет. Кстати, уже, да, спрашивали, когда концерт будет большой. Вот, собственно, оно и будет все. Да, попозже мы еще уточним обязательно. И я хотела напомнить, что был такой случай, что в 16 тоннах не все смогли попасть на концерт, поэтому лучше о билетах позаботиться заранее. Заранее, да. Это, конечно, не может не радовать. Однозначно. Друзья, напомним, что сегодня две Маши у нас презентуют совершенно новую песню, которую скоро совсем мы с вами услышим. Хорошая летняя, летняя же она, правда? Абсолютно летняя, такая танцевальная, бодрая композиция, называется она «Босая». Да, и все это здесь появится в эфире «Страна FM» совсем скоро. Ну а две Маши у нас остаются, вернемся к разговору совсем скоро. Когда не можешь дышать, не можешь думать, не видишь выход, ты должен знать одно: в жизни бывают волны. Ты должен запомнить, что они точат камни. Время заняться серфом, чтобы горела мечта в твоих глазах ненормальных. Прыгаем выше, тянись, мечта твоя под ногами, вся жизнь, держись, давай. Прыгаем выше, тянись, мечта твоя под ногами, вся жизнь, держись, давай. Есть новое утро, а значит, все не так и плохо, ведь преграды и будни покажут тебе, где твое направление. А ты думал, не может быть больше, в твоих руках тут может быть все, что захочешь. Готовы любить, и мы готовы остаться там, где солнце будет нам улыбаться. Пока играет семь нот, пока я ищу следы, все в моем доме верном, в нем тот же живут мечты. И это так важно, не свернуть с пути, даже когда эта боль невыносима, не сдавайся ты. Давай, прыгаем выше, тянись, мечта твоя под ногами, вся жизнь, держись. Давай, прыгаем выше, тянись, мечта твоя под ногами, вся жизнь, держись. Давай. Ждал, в себе искал мотив, чтобы бить оправдание. В один момент себя собрал, и вот он первый шаг к желаниям. Окей, мы с тобой снова в забеге, легкая обувь, кофта на смеке. Проверим, сколько вольт батарейки, сил в человеке. И мы можем летать, будучи ногами на земле. Новый этап открывает новый мир в тебе. Будь собой, не сворачивай на полпути, на вершину приводят мечты, ты же знаешь. Пока играет земно, пока я ищу следы, все в моем доме верно, в нем тоже живут мечты. И это так важно, не свернуть с пути, даже когда эта боль невыносима, не сдавайся ты. Давай, прыгаем выше, тянись, мечта твоя под ногами, вся жизнь, держись. Давай, прыгаем выше, тянись, мечта твоя под ногами, вся жизнь, держись. Давай. Утро страны на телерадиоканале «Страна FM». Утро продолжается. Всем, кто к нам только что присоединился, доброе утро. Влад Кутузов, Валерия Майорова, Маша Зайцева и Маша Шейх. Да что ж я сегодня вот в одной фамилии, но обязательно забудьте. Говори две Маши. Ну, две Маши, да. Просто. Слушайте, вот мы тут обсуждали вне эфира, да, что проекту всего полтора года, и он так удивительно стартанул. А были какие-то предпосылки? Я не знаю, может быть, кто-то сходил, погадал на кофейной гуще, и вам предсказали, что смело вступайте в этот проект, успех обеспечен. Нет, такого не было. Мы сами, мне кажется, да, не ожидали. Вернее, нет, верили в это. Я вообще всегда верила в то, что должно быть именно так, как сейчас. Но как-то, когда мы сделали первую песню, мы
сами не ожидали, что будет так. Да, мне даже добавить нечего. Так оно и было. Я не знаю, мне кажется, Маша, вы такие вот барышни, которые создают впечатление очень уверенных в себе людей. И во всяком случае, людей, которые понимают, что они делают, зачем они делают и для чего. Мы не представляли, что такая реакция будет, понимаете? Потому что у нас все-таки, мы как раз с вами обсуждали, не было какой-то безумной медиаподдержки. То есть наша поддержка была наши инстаграмы, группы ВКонтакте. И, собственно, вот просто... выпустив первую песню, запустив ее в сеть, не ожидали вот такой обширной реакции, скажем так, это очень приятно. Это еще раз говорит о том, что это не бизнес-проект, а что это именно от души, что больше на эмоциях проект делается, чем метод. Я бы сказала, только на них все и делается. Слушайте, а по поводу продвижения, вот как вы относитесь к тому, что многие артисты сейчас, или артисты в кавычках, ну вы к ним не относитесь, конечно, уходят так называемый такой, ну такой не совсем честный, такой черный пиар, и вот как-то вот этого всего больше, нежели... Ой, я думаю, что у всех, наверное, свои какие-то пути. Мы без фамилии абсолютно. Да. Ну да, мне, если честно, тоже. Мне кажется, каждый выбирает, да, свой путь, свои способы пиара, продвижения, узнаваемости. И поэтому, ну, осуждать неправильно. Но мы не занимаемся черным пиаром. Хороший нейтралитет такой. Слушайте, а вот коллеги ваши любимые, они как-то помогают вам с раскруткой? Может быть, хотя бы репосты делают, рекомендуют вас своим фанатам и поклонникам? Конечно, у нас есть прекрасные такие коллеги, друзья, которые всегда нас поддерживают, и мы их всегда поддерживаем, безусловно. Да. Слушайте, у нас буквально 43 секунды до начала песни, которую мы сегодня презентуем, которая называется «Басай». Давайте пару слов, может быть, скажем, там полминуточки осталось у нас. Этой песней мы хотим всех зарядить на лето, даже несмотря на то, что сейчас не погода. Вот, мы хотим, друзья, добавить градусов. Да, хотим добавить градусы, чтобы вы все представили, как вы босиком бегаете по летней не Москве. Только дома, или да, не только, но и на улице. Сейчас, представляете, мы такие сидим, слушаем песни, смотрим, а на термометре там 18, 20, 25, 28, да, 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 30. Да, да, да. Вся надежда только на вас, потому что синоптики нас что-то совсем ничем не радуют. Ну что, тот самый момент настал прямо сейчас, друзья. Премьера на телерадиоканале «Страна FM». Итак, две Маши и песни, которая называется «Басай». Давайте смотреть и слушать. Поехали. По лицу роса, я к тебе басай, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света, босая. Засыпаешь со мной и просыпаешься. Без тебя никак, без тебя нельзя. Мои чувства от тебя к тебе скользят. По лицу роса, я к тебе босая, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света, босая. По лицу роса, я к тебе босая, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая. Полюса, паруса, любовь была светом, белая полоса. По лицу роса, я к тебе босая, слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света.
«Утро страны» на телерадиоканале «Страна FM». Мы посмотрели премьеру, вернее, мы посмотрели лирик-видео, а премьера у нас песни «Босая» состоялась в эфире телерадиоканала «Страна FM». Ну, что я хочу сказать? Достойно, великолепно, танцевально. Слушай, ну, еще есть смысл повторить для тех, да, вот люди, тут уже мы за кадром говорили, люди, которые говорят, что-то не запарились с клипом. Да, друзья, это не клип, это лирик-видео. Никто еще и не парился, потому что лирик-видео, а клип вы в самом ближайшем времени, и, конечно, на стороне FM вы его обязательно увидите. Конечно, слушайте, такую интересную подробную девчонки сказали, они говорят, хотели побегать босиком. Но не вышло. Ну, слишком то есть вы холодно. Прямо так разулись, наступили, думаю, да нет. Да, вот именно так и было, кстати. Вот как вы описали, так и было. Я сняла кроссовок, прислонилась к земле и решила нет. Поняла, что пока еще не особо. Здоровье надо беречь. Слушайте, вопрос пришел от Даши. Машуля, привет, а до концертов к тебе будут еще премьеры песен? И если да, то когда? Обязательно будут. Обязательно, да, мы порадуем вас осенью. Осенью, осенней песней. Название какое-нибудь? Секреты не раскрываем пока? «Листья осени». Вот так, да? Все логично. А знаете, что еще Даша написала? Ваши песни «Лучики солнца», восклицательный знак. Спасибо, Даша. Мы сегодня большое, уже говорили Даша. О том, что пока звучит эта песня, должно потеплеть. Мне кажется, мы выйдем сейчас. Да, да, да. Я предлагаю на это большие серьезные. Я тоже об этом и думаю. Слушайте, скажите, пожалуйста, каким для вас было самое приятное событие, ну, вот за прошлый год, допустим? Конечно же, наши концерты. Ну, для меня, по крайней мере. Да, когда согласна. Ты выходишь на сцену, видишь людей и... Просто время останавливается, людей. Да. А самое большое разочарование? Ой-ой-ой. И было оно вообще или нет? Его, может быть, его не было? Мне кажется, для меня самые большие разочарования, они политического характера, но мы не будем о них говорить. Не-не-не, исключительно я творческого имею в виду. Творческого, мне кажется, нет. Человеческого. Ну, по крайней мере, раз мы не вспомнили прямо сейчас о чем-то, да, значит его было. Не было. Точно, абсолютно. Да. Если первый раз на ум не пришло, значит, где-то это в глубине очень далеко, а может быть, его и не было вообще. Да. Ну что, о чем мы еще хотим спросить? Мы хотим спросить о ваших стилистах, о тех, кто работает над вашим образом, потому что совершенно потрясающая афиша, потрясающие фотосессии. Назовите этих людей. Наши стилисты Маша Шейх и Мария Зайцева. Серьезно, вы делаете это вдвоем? Ну, у нас стилистов нету на сегодняшний день. Да, конечно, мы где-то периодически берем вещи у знакомых. Да. Есть, например, дружественный дизайнер Маша Берестовая. Маша Берестовая, кстати, наш российский дизайнер. Костюмы на концерт в 16 тонн, и в клубе Ретн тоже были в ее костюмах. Вот. А также у нас Машенька, есть прекрасный привет. Фотограф Виталий Орлинский, который нам делает эти прекраснейшие обложки. Да, все наш обложки товарищ, нам друг. Виталик, большое привет. Спасибо большое. Слушайте, у нас 40 секунд остается, вот время летит практически незаметно и мгновенно. Давайте еще раз обратимся к поклонницам и напомним про концерты. Друзья, приходите к нам в «Известия Холл». 22 октября будет большой сольный концерт. И 20 октября в клубе «Зал ожидания», город Санкт-Петербург. Покупайте заранее билеты, их может не остаться. А сегодня мы запремьерили абсолютно новую песню коллектива «Две Маши». «Босая» называется песня. Совсем скоро появится настоящее видео. Настоящее. На котором запариться уже. Но уже сейчас можно эту программу заказывать в программе по заявкам. Так что дерзайте, друзья. Маша Зайцева, Маша Шейк, большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня. Пока.